столице республики открыли сразу 3 детских сада. Это более 500 новых дошкольных мест. Какие условия создают для малышей и их родителей, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. И каждому разрежьте ленточку. Каждому. Вот. Чтобы всем лента досталась. Знаете, у нас еще тут ремни растут. Это настоящая эстафета открытия, старт которой дали в микрорайоне Садовой. За один день сразу 3 торжественные церемонии. Так завершается первый этап национального проекта, задача которого – развивать дошкольное образование в стране. Это уже 4-й по счету детский сад, возведенный в самом густонаселенном районе столицы региона. В Садовом этого дня ждали многие семьи. Ко дню открытия в группах ни одного свободного места. В числе 240 юных новоселов и Ксюша Максимова. Очень рада. Наконец-то. Пойдем в садик старший. Ты у меня ход первого корпуса. Получается, вот младший попал сюда, в 3-й корпус. В день открытия детского сада у ребят кулинарные мастер-классы. В одной из групп дошколята приготовили фруктовые фреши. Да. Угостить главу региона ребята уже на правах заботливых хозяев были готовы не только соками. Приходите! Дети! О! Дети! Спасибо. Чем сегодня нас угощать будешь? Вареником. Мастер-классы по приготовлению блюд сегодня проводят и для мам дошколят. В детском саду благодаря необычным рецептам шеф-повара изюминкой меню стали творожные сырники и запеканки. Елена, что мы будем сейчас с вами подготавливать? Для начала мы берем творог, протираем через сито. На производстве мы используем протирочную машину. Современное оборудование. Современные стандарты в обучении малышей. В детском саду оборудовали лего-студию, кабинет логопеда, спортивный зал, и бассейн. После занятий крепкий и здоровый сон. Спальные комнаты для мальчиков и девочек раздельные. Такая планировка применяется впервые. Я думаю, что это позволит, наверное, чувствовать себя более уверенно нашим детишкам. Это 3-й наш корпус. К нам наш детский сад будет посещать более 1000 детей. Это очень здорово. На развитие дошкольного образования в бюджете региона заложены многомиллионные суммы, отметил глава республики. Вот и в Садовом в следующем году начнется строительство еще одного детского сада и школы. А в очереди еще почти 700 детей остается. Нам надо еще построить не менее 3 детских садов. Поэтому в 2020 году еще начинаем. В плане мероприятий нашей республиканской программы есть. Сегодня же детские сады были открыты в микрорайонах Новый Город и Кувшинка. Среди новоселов Кроши более 150 ребят. В образовательной программе для дошколят и уроки актерского мастерства. Вот этот детский сад на Кувшинке театральный, я бы даже сюда привел своих внуков, даже посмотрели, интересно. Мне кажется, что лучшие детские сады у нас в Чебоксарах. До конца этого года в столице региона должны открыться еще 3 новых детских сада, почти на 500 мест. Дмитрий Ковалев и Валерий Рюзюков, Республика.